Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Любители герани спрашивают, какими натуральными подкормками лучше полить растение, чтобы оно лучше цвело и зелень была ярко выраженная. Ведь запаса питания в горшке ограничено, и становится понятно, что без дополнительного внесения удобрений можно не рассчитывать на буйное цветение. Первая подкормка, после которой оживает герань, это йод и перекись. При недостатке йода в почве цветение герани скудное и непривлекательное. Перекись водорода же делает почву более рыхлой и воздушной, обеспечивая приток воздуха и азота корням. Для приготовления подкормки берем 1 литр теплой воды, добавляем 3 капли йода и 15 капель перекиси. Затем перемешиваем ингредиенты. Полив производим на каждый цветок по 200 мл. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!